Как прекрасен Татарстан! И как же здорово, что есть соцсети, и у каждого человека есть возможность сделать снимок на камеру своего смартфона и выложить эту красоту в интернете. Ко дню города для жителей Казани сделали классный подарок. На Кремлевской набережной организовали фотовыставку из лучших фотографий. Это марафон «Мой Татарстан». Вам нравятся такие выставки? Нравятся выставки. Какие у вас лично любимые места в Татарстане ваши? Мы часто бываем в город-острове Свияжск, Камаевские горы, Иске Казань, и дальше там родники Камаевские, есть очень красивые места. Как вы думаете, смотрите, есть эти же самые фотографии в соцсетях, все можно посмотреть в интернете. Да. Правильно ли делают, что организуют такие выставки конечно, офлайн? Конечно, конечно. Почему? Ну, как в любом случае, надо знать свою, как бы, что у нас есть прекрасного, замечательного. Где-то, вот я говорю, можно даже сейчас узнал, если вот еще писали бы, где это все это расположено, то съездить, посмотреть вживую, так сказать, это все. Здесь, на Кремлевской набережной, совершенно случайно встретили девушку, и одна из фотографий здесь на стенде, ее... Так, что за фотография? Это фотография ночной Казани во время грозы. А как сделали эту фотографию, поймали? Эта фотография была сделана на длинной выдержке, на штативе, да. То есть это не так, что вы вытащили телефон, сфоткали нет, и тут нет, я специально подготовилась, поставила на штатив, сделала длинную выдержку и ждала, пока вот эта красота не поймается на мой фотоаппарат. Вы не ожидали здесь увидеть свою фотографию? Совсем не ожидала. Это была такая приятная неожиданность, что прям мне очень хорошо. А вы часто вообще путешествуете по Татарстану? Мы туристы. Мы не только по Татарстану, по России путешествуем. Вы не из Казани или из Казани? Я из Казани, мы и группы водим. А как вы считаете, вот в этом году тем более не было возможности выезжать за границу Татарстана? Классное место для путешествия? Да, в любом случае. У нас есть где отдохнуть. Не так сказать, как на курорт тогда, но покататься, посмотреть, что-то замечательное увидеть для себя, что-то новое открыть есть. Раз уж проект называется «Мой Татарстан», прекрасный Татарстан. Какое у тебя любимое место в Татарстане? Это Актановский район. Это район, где я выросла, где я черпала вдохновение, где я творила. Ну, первые 18 лет, когда во мне закладывалось это творческое начало. Самое прекрасное место в Татарстане – это Актановский район, я считаю. Но я считаю, что Татарстан, он и складывается из этих прекрасных районов, из этих прекрасных мест, из этой прекрасной природы. И конечно, из отличных людей.